Всем привет, дорогие друзья! Сегодня продолжаем играть в Street of Rage. Сегодня будем играть за другого персонажа. Давайте посмотрим, за кого лучше. Наверное, вот, рабовладелец. Хочу за рабовладельца сегодня играть. Заодно попробуем сразу повыполнять с вами задание за него. Так, что нам надо? Поработить бомжа, довести до входа. Угу. Все, понял. Вот он. Так, где он? О, тайзер. Все, ты теперь мой. Так, миссию мы выполнили. Ну, давайте посмотрим остальные теперь задания. А так можно, интересно, его? О, пожалуйста. Ага. Вон она чё. Все, я понял. Ну, раз ты не хочешь убегать, тогда беги и вон с ним воюй. Это мы сейчас, получается, уже задание выполнено. Угу. Интересно. Вон оно чё. Ой-о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 й! Не стреляй! Вот. А теперь ты беги с ним. Чуть не пристрелили. Есть что у меня там, кстати, по еде-то? Есть. Какой-то мах. Замес прям. Оп. О, ГГ. Красава. Ты победил. Макгрегор. Ух ты, блин. Так, что у нас тут еще есть? Нет, у нас тут больше ничего. Так. Смотрим. Скупщик. Скупщик нам пока. Хотя, в принципе, можно продавать. Все равно пистолет мы не особо пользуемся. Да, если заходишь еще без оружия, там еще дополнительный опыт тебе накидывают за это дело. Так, удары по объектам темный валдаун. Повышенный шанс крита. Давайте вандала возьмем. Вы освободите раба. Вот. Все, мы это сделали. Так, кто у нас там следующий? Опять нейтрализовать надо. Сейчас мы попробуем. Ага, тут менты ходят. А ты чё это на меня нападать-то вдруг начал? У меня задание было. Я его сделал. Поработить ученого. Надо будет ученого найти. Пошли, дружок, со мной теперь. Сейчас мы его заставим нам задание делать. Ага. Точно. Он же не же хакер. Тогда вот тут вот открывай. Пускай ребята
бегут. Опыта получим. Здесь вот. Ага. То есть все, один раз можно было. Понятно. Ну тогда, друг, беги. Делай свое дело. Опять взорвался. Чего они взрываются-то, я не пойму. Давай, 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 давай. Мы сами тут. Сами. Оп. А, вон же ученые, кстати, ходят. Вот они. Надо будет его потом поработить тоже. Опа, в невидимости. Только не ко мне беги. Ба. Кто-то с кем-то там взорвался. А так можно, что ли, было? Батюшки. Мать моя женщина. Да вы чё творите-то? Как так-то? Прям не могу еще их. Значит, придется так решать вопрос. Угу. Давай, давай. Готов. Не надо было вот убегать от меня. Так. Давай-ка мы сейчас его тоже за рабом сделаем. Нам нужен один. Значит, мы идем бить одного. Нет, 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 он мне нужен живой. Так, все. У входа. Все, тут миссию выполнили. Все, валим отсюда. Оп, а я успел. Разрушительная смерть. О, вот это классно. Теперь они будут взрываться мощнее, прям огонь. Че у нас тут? Бомбежка. Кто нам нужен? Поработить вора. Бах. Бах. Да ты че? Я тебя все равно замучу. Одно задание мы сделали. У тебя-то как дела? Ты тоже пиши в комментариях, рассказывай. Мне же тоже интересно. Может, есть какие-то пожелания, может, что-то может изменить надо на канале. Или ты, может, хочешь стримчик какой-нибудь с кем-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй.
Мощно его раскозявило. Или может все-таки выживалку какую-нибудь ты хочешь видеть на канале? Пиши, 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 самое главное. Так. Добыть предмет. Они сами разобрались между собой. Давай, давай, давай. Бах, бах. Так. Сейф, 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 открыт сейф. Задание прошли. Это выполнили. Ну, можно, конечно, и здесь вам еще сейф открыть. Но нам это, мне кажется, не надо. С собой кого-нибудь еще взять. Ты уже мало здоровья у тебя, дорогой. Вот, отлично. Чуть-чуть не хватило. Ладно, потом добьем. О, как раз. Вот, сразу выполнили. Вообще замечательно. Будем создавать армию. Так. Давай, 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 иди сюда. Сейчас мы его выманим, попробуем. Полицейского нам не хватает. О, комплект. Пойдем теперь задание выполнять. То попозже сделаем. Угу. Во, как раз. Все в атаку. Ой. Бах. Бах. Тут иногда, да. То есть ты, когда много народу набираешь, они могут сделать восстание, конечно, и сказать, иди-ка ты, друг, отсюда. Это может тоже быть чревато. Народ освободим заодно. Так. А почему они на меня все побежали, я не знаю. Ба. 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 Вот это хаос пошел.
Сейчас мы их тут всех поработим. Самое главное, чтобы отсчет не включился. Отсчет — это очень плохо. Все. Отлично, мы это задание выполнили. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чуть не это. Не убили. Так, этого убрали. Там сделали. Ну и замечательно. Давайте мы сейчас нашу полицейского поработим. Откроем еще этот сейфик. И все. И побежим на следующий этап. Молодцы. Все. Давай за ним. Сам с ним разбирайся. Нет, он убежал. Все. Идем на следующий этап. Современные методы боя. Нет. Во, взрывы. Мне нужны взрывы. Мы же взрывы иногда устраиваем. Поэтому это будет хорошая вещь. Хоть урон нам наноситься не будет. Кто? Бандит. Невалидный. Бандит. Теперь надо найти бандита. Они тут везде могут быть. А то бывает, и то вообще один бандит на весь уровень попадается. Так что как-то вот так вот. Добыть предмет. Ты чё? Бах. Неожиданно. И главное, по мне стал шмалять. Я даже не трогал тебя. Отвлекающий маневр. Места нету. Объединяем. Объединяем. Так, во, невалидный как раз. Ах, убежали. Ладно, ничего страшного. В этом ничего страшного нету. О, шампунь. Воскрешающий, это замечательно. Теперь у меня есть шампунь. Теперь, если меня убьют, я все равно воскресну. Что-то там замес опять какой-то непонятный пошел. Постоянно какие-то замесы. Где, куда они делись? Мне интересно, куда они убежали все? Так, ладно, пошли сюда. Да ё-моё, ну с чего вдруг-то ты вот начал бить меня? Непонятно, просто вот тут. Ой, блин. 20 хп осталось. 20 хп. 25. Жесть, конечно. Так, оказывается, это не все так просто. Идем сюда. На пару с бомжом там разбирайтесь пока. Главное, от тележки не помереть.
что это может возникнуть неожиданно. Вот чё вот? Бежал, бежал. О, надо его ушатать. Блин. А, вот. Нормально. Тут уже, оказывается, сделан дыра. Отлично. Телепорт. Теперь мы сможем перемещаться, когда у нас мало хп. Оп. Блин, еще и восстание. Ну вообще замечательно. Иди, он там зарывается. Так, давай. Не подходи ко мне, даже не пытайся. Бандит, кровяные, теперь надо красного найти, бандита. Но я вот чё вот, зла не желал никому. Чё за гранаты, которые непонятно, чё это? Это ошеломляющая граната. Так, ты. Значит, ты мне поможешь. Опять взорвался. Да что ты, от чего ты взрываешься-то? Что ж такое-то? Ладно. Надо попродавать, кстати. Половину все равно некоторыми вещами не пользуюсь. Где-то у нас купчик был. И продолжим проходить его. Не надо. Биту, нож, дубина, ключ. Все это нам не надо. Сейчас мы его вот так все-таки выцепим. Вот, иди-ка сюда, друг. Сейчас будет мега взрыв, как бы нас тут не зацепило. А, у меня же от взрывов. Но взрывает он прям вообще отлично. Где-то? Ай-яй-яй, не убегай! Убежал. Все, сам там разбирайся. Ты ко мне не подходи. Не успел, да что такое? Давай. Опять не успею. Ну нет, что в этот раз я доведу его. Все, отлично. Сейчас самое главное третий этаж потом выдержать. Так, здоровье нам не надо. Сбегут не надо. Во, лазеры. Теперь мы сможем через лазеры проходить. Это будет вообще отлично. В принципе, камеры тоже как бы не должны замечать. Жижа. Рабочий. Рабочего мы забираем. Все, задание выполнили. Здесь прям в темпе все делаем. Нам будет некогда тут оставаться где-то, бегать везде.
Все опять не по плану пошло. Только обратный отсчет не включен. Ага, все. Сейчас мы его откроем, так сказать, себе проход на дальше. Прощайте, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бедная. Метаться начал. Так. Все, тут выполнили самое главное. Место есть? Есть. Касочку оденем. С касочкой будет лучше. Блин, что-нибудь кинуть, что-нибудь кинуть. Бежим, 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 бежим. Добыть предмет. Ай-яй-яй, что мы можем делать? Так. Ты. Охранять. Вот тут. Кольцо силы так-то нужная вещь. Давайте камень выкинем. Ай. Все, бежим, 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 бежим. Тяжко, конечно, тяжко. Вот. Каннибалы. Но тут посложнее будет. Они тут прячутся везде. Эти ребята, он в кусте, он один сидит, трясется потихонечку. Сейчас мы его, оп. Не успел. Достаточно они, кстати, сильно бьют. Ну-ка, друг, что у нас тут? Еще лучше. Невидимость. Невидимость, это, конечно, хорошо. Чё, живой остался? Я понял тебя. Вот тут-то вот точно. А кого? Солдата пор... Я ж поработил его. Сейчас мы с ним решим вопрос, с этим солдатом. О, их там двое. О, их там нормально. Не подходи, не подходи, не подходи.
Вот так вот. Так, ну теперь. Оп. Убегаешь. Опять наверх. Опа. Давай, 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 давай. Отлично. Да не бей, не бей. Рано. Капец, просто вот. Откуда, куда, где, как? Вот жужа. Не хотят прям. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. А, у меня же телепорт есть. Фу. Так ведь и зашибут. Ускорение. Так. Ну нет, что в этот раз? Все. Бах. Отлично. Бах. Ну все. Всех перебили там. Я говорю, достаточно прям. Вообще прям. Тоже ведь не так просто. Выполнили, выполнили. Все, идем на следующий этаж, господа. Во, все, ну слава богу. Теперь у нас не будет никаких проблем с законом. Задание сразу выполнено, это уже замечательно. Нету места, нету места. Надо, нам надо, нам надо найти, во-первых, скупщик, чтобы в этом скупщике, так сказать, продать все ненужное и найти будку модификатора. Улучшим некоторые модификаторы. Минус один. Чё задвиж? Так, пачку сигарет зарядим. Вход, выход, выход, вход. Ага. Опа. Не видел меня. Он сам. Все, с этим делом разобрались. А что я сюда хотел? А. Да, точно. Сундук открыть. Так, давай-ка мы ножик выкинем, а пистолет возьмем. Пока еще мы не нашли скупщика. Будем... Еда. Нам нужна еда. Еда это самое главное. Биту выкинуть. Еда.
Не хочет. Ладно. Давай. Бегу, бегу, бегу. Все. Вот с ним, да, охранять. Вот сюда вставай. И охраняй тогда сам себя. Сундук не открыл. О, отлично. Будем искать скупщик, чтобы попродавать. Гранаты можно будет всякие разные сейчас тоже понапродавать. Солдаты мы уже тут вывели. Так, вот. Опа. Опа, 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 опа. Один бежит, бежит, бежит. Отлично. Так, одного мы ликвидировали. Второй. Давай, 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 давай. Надо. Ликвидировали. И третий. Все. Один атаковать пока. Бах. Отлично. Так, скупщики я нашел. Только не ломайте скупщик, пожалуйста. Пускай пока воюют. Пистолеты. Этот не нужен мне. Уменьшитель, в принципе, оставим пока. Ошеломляющий. Все равно не пользуемся. Тоже продам. Антидот. Пойдет. Вот. Теперь уже будет немножечко попроще. В этом плане. Вот, придобыть гориллы. А, с гориллами будет посложнее. Так как эти черти не разговаривают, мы... О, вампира. Минус 2. Отлично. Еды, еды, еды. Ай-яй-яй. Все, 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 все. Ухожу, ухожу. И так пойдет. С этими гориллами. И как раз там лежал все правильно. Переводчик, который мне нужен был с этими гориллами, чтобы общаться. Будка, 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 будка. Эксперт, не более 3. Теперь мы будем делать армию из 5. Плохая координация. Теперь будем делать гораздо быстрее. Вот, это уже хорошо. Что нам не надо? Так. Молли Мохин. Ну, в принципе, нас все тут устраивает. Ну, кстати, улучшить. Нечего мне больше улучшать. Ой-ой. Да. С наркоторговцами они могут вылезать с этих шлемов. Поэтому я как бы с ними не особо прям.
Бежим, 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 бежим. Телепорт. Я так и не добегу, наверное. Бах. Вот откуда ты? У меня же воскрешение было. Отлично. Я тебя запомнил. Я тебя запомнил. Так, классовая солидарность не хочу, толпу не хочу. О-о-о. В толпе безопаснее. В толпе безопаснее. Сейчас армию сделаем себе из 5 человек. Хотя сейчас смотря какая будет. Робот-убийца. Блин. Ну промахнулся. Ну бывает. Чё сразу шмалять-то? С торгашами надо их сразу прям вот отправлять. Вот, пожалуйста. Восстание. Вот с чего вдруг? Чуть не умру. Ба. Регенка, это хорошо. Бах. Где моя бита? А вот то, что робот гоняется, это очень серьезно. Горилку я возьму, пригодится. Да что то от, ну от как вот, откуда? Мимо, блин, 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 блин. Вот он меня что-то свистнул. Да ё-моё. Бах, поймал. А мы чем можем его? Да ничем мы не можем. Это печально. Ой-ой. Вот это вот нехорошо. Блин, этот невидимый. На этом все, друзья. Всем пока. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Всего доброго.